Всем привет! Для всех любителей в усмерть затроллить противника на поле боя у меня есть отличная новость. Но сначала немного предыстории. Все, кто играл в Battlefield Bad Company 2, наверное, помнят, что там был один очень интересный гаджет, который стрелял радиомаячками, которые, в свою очередь, будучи закрепленными на технике или живой силе противника, позволяли наводить на счастливого носителя мигающего передатчика RPG. После выстрела реактивный снаряд, который по определению способен лететь только по прямой, начинал исполнять в воздухе невиданные пируэты на пути к своей цели. Мало того, активированные контрмеры на технике противника были абсолютно бесполезны. Я думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Да, в Battlefield Hardline нас ждет камбэк этой неоднозначной для многих возможности. Как это реализовано, можно увидеть на фоновом видео, но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. К большому сожалению, реактивные гранатометы отобрали у класса механик и перевели в батл пикапы, раскиданные по карте, на манер Battlefield 4. В определенной степени это усложняет реализацию старозаветного троллинга, так сказать, наследие наших дедов и прадедов, воевавших за незапамятных времен в Battlefield Bad Company 2. Но мы-то с вами не лыком шиты и обязательно что-нибудь придумаем. В общем, не забудьте опробовать в бете Hardline то, что только что увидели, и опишите свои впечатления в комментариях под этим видео. Всем пока!